Обучить молодежь огневой и строевой подготовке, навыкам оказания первой медицинской помощи, управлению беспилотными летательными аппаратами, выживанию в чрезвычайной ситуации. Именно эта цель лежит в основе открытия центров военно-патриотического воспитания. Глава Мордовии Артем Здунов на совещании подчеркнул важность работы по созданию такого центра в республике. Есть поручение президента Российской Федерации по разработке комплекса мер, создать и обеспечить функционирование учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард». Как эту работу ведем мы в республике, какое место у нас определено. Первый вице-премьер Мордовии Галина Латванова пояснила, в республике центр «Авангард» будет создан на базе летнего оздоровительного лагеря «Вастома» в Ичалковском районе. Работать он будет круглогодично. Основные направления деятельности для детей, учебные сборы для школьников и СПО, военно-патриотические смены «Страна героев», «Орлята России» и многие другие направления. Республиканский финал военно-спортивной игры «Зорница», а для взрослых это повышение квалификации. Глава Мордовии поручил правительству заняться вопросом оснащения центра учебным и спортивным оборудованием. «Авангард» станет базовой площадкой для всего военно-патриотического направления работы с молодежью. Уже этим летом разработанные в центре методические рекомендации будут применяться во всех детских лагерях республики. Ирина Радайкина, «Народные новости».